прошлой серии парни сделали все, чтобы помирить Влада и Юлю. Сюрприз состоялся, и у пары снова наладились отношения. Парни продолжают свою подготовку к сольному концерту и прямо сейчас должны поехать на урок по вокалу. Ну а что произошло на самом деле, смотрите дальше. Громкие крики вокруг. Волнами в воздухе кружатся руки. И время замедлилось вдруг. Забрало дух, загнал круг. Тех ненормальных двух. Глубокий вдох, считаю до трех. Остановиться так и не смог. Будто оглох, будто забыл. Будто бы я по-другому не жил. Память делится, как не былиться. Старая книга на полке пылится. Может нам снится. Мы продолжаем кружиться. В общем, мы сейчас очень активно готовимся к нашему концерту. Много репетиций, и сейчас должно быть занятие по вокалу. Ребят, я не хочу на вокал, честно. Согласен. Может, давайте Лене напишем, мол, вокал пропустим, мол, у нас Русик тренер. Это была очень плохая идея. И что мы будем делать? Что-то... Давайте веселиться, камон. Влад, напиши, пожалуйста. Лень. Мы так любим творчество, мы так любим вокал. Да. Было на самом деле очень неприятно лгать нашей преподавательнице по вокалу, но нас уже больше становится. Елена, ну мы не сможем сегодня прийти на вокал, так как у нас неплановая, очень серьезная репетиция с Русланом по хореографии. На вокал, если честно, вообще не хочется, не потому что мы его не любим, а просто хочется отдохнуть. Уважаемая Елена Георгиевна, ну что ж, хорошо. Работяги. Ой, пацаки, его туда ответила. Хорошо, мои дорогие, удачи вам в репетиции. Жду вас на следующей неделе. Все сработало. Есть, нам поверили. Теперь можно отдохнуть. Пацаки, давайте гулять. Отлично. Напиши, пожалуйста, сейчас всем, кого мы там хотели пригласить. Кирилл, Дима и девчонки. Да. Все с нашей компанией. Окей. Все, ребят, будут тусить. Да, согласен. Давайте куролесить сегодня. Let's go. Алло, привет. Кирилл, привет, бро. Привет. Мы тебя приглашаем, короче, сейчас на тусовку, короче. Будем куролесить максимально жестко. Ты будешь? Можете написать его? Да-да-да, мы сейчас напишем. Алло. Приветствую, рад тебя слышать. Мы закатываем тупо дикую вечеринку через часик-два. Приходи к нам, мы тебе адрес скинем по СМС. Надеюсь, ты будешь. Ты можешь, да? Да, конечно, очень круто, скоро буду. Давайте сейчас быстро соберемся и будем по дороге уже звонить. Да-да, ну типа сейчас пока доедем, все будет. Да-да-да-да. Мы назначили встречу всем нашим друзьям и поехали готовиться к вечеринке. Спасибо за урок вокала. Приехали в назначенное место встречи, все подготовили и ждали своих друзей. Первый пришел Кирюша, я очень рад был его видеть. Привет, мы безумно скучали за тобой, вот прям реально. Да, бро. Как ты вообще сам? 2 дня до поездки осталось, короче, все жестко. Было видно, что он скучает по бенду, но в принципе он держится. И мы по нему тоже очень сильно уже скучаем. Вообще, как без нас? Нам очень тяжело. Привет. Да, бро, мы до сих пор не пьем, честно. А я очень плохо хочу батики мои. Бро. Ну, короче, мы сюда что пришли? Мы постоим. Мы сюда пришли. Кайфувай, чтобы танцевать и робити веселый свято. Да. Добре. Я боль. Ребята, это клубничок. Короче, давайте. Тиктоник танцуйте. Да мы хорошо, ты как? Все шикарно. Потом пришел Дима, и мы начали вспоминать все движения из нашего танца. Потанцуй со мной.
Открывай. Там никого нету. Открывай. Капун, выходи. Нам стало, конечно же, веселее, когда к нам пришли женщины, особенно Олегу, ведь это его ученица в прошлом, а мы все знаем, какой пожилой Олег самец. Когда все собрались, мы начали танцевать, тусить и потом играли в очень интересные игры. Друзья, думаю, бутылка, которая сейчас у меня в руках, символизирует то, что мы будем играть сейчас в бутылочку, верно? Нет. Понимаю, что каждый хочет поцелуев, каждый хочет страсти, да. Но сейчас более модно вызывать друг друга на батл, верно? Нет. На кого упадет бутылочка, тот вызовет друг друга на батл. Право первого крушения, все, Саня. Дали задание танцевать со страстью. Были горячие танцы вместо горячих поцелуев, на самом деле это... Так, значит, я кручу, верчу, обмануть хочу. Чтобы вы понимали, бутылочка показала на Даню. В этот момент Даня наверняка думал, чтобы это была не страсть и не любовь. Даня показывал эмоцию психбольного. Ну, Саша симпатичная такая девушка. Мне она нравится. Влад не крутил бутылочку, и что, в принципе, очень очевидно, так как его девушки не было тогда с нами, и они только-только помирились. Пока мы танцевали, к нам приехала доставка пиццы. Хорошо, вовремя мы закончили игру. Да. А теперь Дима танцует на пицце. Это ж как надо любить пиццу, чтобы так страстно станцевать с ней ради одного кусочка. Потом мы решили поиграть в одну нашу любимую игру «Правда или действие». Олег, правда или действие? Действие. Я придумал обнять Таню. Эй, Кирилл, ну не такие сложные задания, пожалуйста. Очень эротично, давай, Олег. Пиццу держи! Влад, правда или действие? Влад тоже выбрал действие. Давайте пусть Влад прижмется к чьим-то коленям. Ну вот так упадет он на землю и прижмется к чьим-то коленям. Типа... Было круто, весело, мы танцевали разные танцы, веселились, пили, ели, было very круто. Были даже медляки. Чисто. Танцуй с Марго, медляк. Здравствуйте! Привет. А где парни? Я пришел просто к ним сегодня на занятие. Здравствуйте! Или я ошибся, или нет сегодня занятия? Подожди, они мне написали, что они сейчас у тебя на занятии. Ага. Отменили вокал. У меня. Ну, нас сегодня не будет. Добрый день, вечер, Алена Георгиевна. Нас сегодня не будет. Мы...
хореографии. Ага, это значит у меня на хореографии, ну, да? Это я подозреваю, что да. Ага, молодцы. Я так думаю, думала во всяком случае. А, я понял, хорошо, интересные новости, что они где-то на каких-то занятиях, наверное, очень сильно и хорошо развиваются. Окей, сейчас наберу и узнаем, как у них. Если они где-то рядом, пусть зайдут сюда. Да. Мы зададим вместе вопрос на каких-то не занятиях. Дамы и господа! И тут наше веселье оборвал звонок. Все, ребят, это... Тихо! Звонок Русика, это... Тихо, быстрее. Это знаменуется концом. Бери трубку! Тихо! Привет, Ростов, привет. Хорошо, сейчас вот вышли с вокала, что случилось? Что? Что случилось? Что, чего звонишь? У меня ничего, но хочу узнать, как вокал. Да все хорошо, там попели, ну как обычно, в принципе, продуктивно, хорошо, да. Я понял, чем занимались? Пели хорошо, ну что мы обычно делаем на вокале, да? Я понял, окей, хорошо, теперь так, смотрите сюда, я сейчас нахожусь в студии, и на вокале вас нет, хера, правильно, это первый. Где вы сейчас находитесь? Ну, Русик. Быстрее, как тебе так сказать? Я пытаюсь медленно. А что ты Влад. Окей, Влад боится сказать. Русик, как тебе так намекнуть? Давай в студии все обсудим как-то. На следующей репетиции. Я хотел встречу назначать, а не вы мне будете встречу назначать. У нас короткий будет, вы приезжайте в студию и мы с вами пообщаемся лично, потому что врать мне и говорить о том, что вы занимаетесь вокалом, а сами вы где-то шароходите, не буду выражаться, выражусь лично при встрече, жду вас в студии, до свидания. Это полная жесть. Я не представляю, что нас ждет от Руслана. Друзья, нам попка. Большая, жирная попка. Давайте. Я вас люблю! Перед смертью не надышишься, но давайте попробуем надышаться. Как-то включите музыку, что ли. Что делать-то? На самом деле. Я хочу об этом говорить. Я не то что говорить, я думаю даже об этом не хочу. Потому что вы же знаете злого Руслана. Это демон. Нам плохо. Здорово. Привет. Привет. Друзья, объясните, пожалуйста, почему вы врете мне, почему вы врете педагогу по вокалу. Мы тратим время свое на ваше развитие для того, чтобы вы вызванивали и говорили преподавателю по вокалу одно, а мне другое. Разговор будет короткий и неинтересный. Но я хочу вам дать задание, с которым вы должны будете справиться. Задание поехать на Юну. Музыкальная премия такая есть. Наоборот, красный народ. Я бы так не улыбался, как вы улыбаетесь, потому что задание будет непростое. Вы думаете, что все очень легко дается и все очень, о всем очень легко договариваться. Поэтому вы поедете на премию Юна и сами договоритесь за эфир на радио, на котором должны будут взять песню «Танцы до упаду» в эфир. Это ваше задание. Без этого выполненного задания не возвращаться и больше не подходить ни ко мне, ни к педагогу по вокалу. Договорились? Договорились. До свидания. Бля. Пацаны, надо будет пилять. Кому же тебе у нас другого выбора? Я думаю, чего, там будут, ну, типа, какие-то... Ни одни представители ни одного радио, поэтому я надеюсь, что что-то будет все-таки. У нас, в принципе, должно быть много знакомых нас, наверное, знают. Надеюсь. Камон, чувак, там будет слишком много артистов.
Ну вот, у них и спросим, зайдет ли песня. Манади, Манади, помоги. Помоги, пожалуйста. Твоя же песня, помоги. Что-то нужно будет делать. Да, нужно собраться просто и все это сделать. Это ты, на месте не сиди. Это сайт, и мы продолжаем качать. Эй, йоу, все, кто с нами замесен. Ты сайт, бэнд устроен, как все равно вместе. Вау.